Дворцово-парковый ансамбль Лефортово, протянувшийся вдоль берега Яузы, на протяжении всего XVIII века являлся московской резиденцией российских императоров и императриц. Здесь была устроена усадьба руководителя петровской дипломатии, адмирала, графа Федора Головина, и нынешний Лефортовский парк назывался тогда Головинским садом. Он может считаться прообразом пригородных резиденций Петербурга. История Лефортово тесно связана с историей немецкой слободы. С конца XVI века на окраинах Москвы появляются слободские поселения служилых людей, иностранцев. Число иноземцев на русской службе особенно возросло после Ливонской войны, когда Иваном Грозным было захвачено в плен множество иностранцев. Для их размещения между Яузой и ручьем Кокуем был создан новый поселок, получивший название Немецкой слободы. Жители поселка занимались мукомольным делом, продажей пива и других напитков. После пожара 1652 года по указу царя Алексея Михайловича начали строить новую немецкую слободу. Ее центральной улицей стала Большая Проезжая, впоследствии Немецкая, а сейчас Бауманская улица. Земля в этом поселении предоставлялась бесплатно и была белой, то есть не облагалась налогами. Поэтому новая слобода быстро обустроилась и к 1665 году насчитывала уже 204 дома. В немецкой слободе очень любил бывать молодой Петр I. Здесь у него появились многочисленные друзья среди иностранцев. В слободе Петр часто останавливался у своего близкого друга и сподвижника, лучшего из иностранцев Франца Лефорта. В его небольшом доме на берегу Яузы царь проводил многолюдные праздники. Франц Яковлевич Лефорт, швейцарец с французскими корнями, попал в Россию в начале 70-х годов 17 века. Блестяще образованный, умный, веселый и талантливый, Лефорт имел большое влияние на Петра. Военачальник, советник, дипломат, он способствовал усвоению Петром новаторских западных идей. При этом был предан царю до отчаяния. Щедрый государь отвечал другу взаимностью. Он распорядился за счет казны на правом берегу Яузы построить для своего друга каменный дворец. Строительство под руководством каменных дел мастера Дмитрия Аксамитова велось 2 года, с 1697 по 1699. Новоселье в новых хоромах состоялось 12 февраля 1699 года, а 2 марта хозяин дома скончался. Поэтому дворец этот практически стал резиденцией молодого царя. В 1706 году царь подарил Лефортовский дворец другому своему ближайшему сподвижнику, князю Александру Даниловичу Меншикову. По решению Меншикова здание было перестроено известным архитектором Джованни Марко Фонтана. Ныне в здании дворца Лефорта Меншикова находится Российский государственный военно-исторический архив. Застройка левого берега Яузы началась в конце 17-го столетия, после основания здесь солдатской слободы. Через реку были перекинуты новые мосты, а напротив дома Франца Лефорта для солдат его полка был устроен плац и выстроены казармы. Историческим центром слободы стал сохранившийся до наших дней храм Петра и Павла, построенный на средства Петра I и Лефорта. Землю рядом с солдатской слободой приобрел еще один сподвижник Петра I, боярин Федор Алексеевич Головин, генерал-адмирал, выдающийся государственный деятель своего времени. Именно Головинская усадьба, устроенная по европейскому типу, положила начало дворцово-парковому ансамблю в левобережье Яузы. Строительством дворца в 1700-1702 годах руководил мастер Дмитрий Иванов. Петр I любил это место и во время пребывания в Москве часто останавливался в доме Головина. Здесь он проводил праздники, ассамблеи и дипломатические приемы. Например, встречал посольство Людовика XV. В 1722 году, готовя коронацию своей супруги, будущей императрицы Екатерины I, император решает построить в Москве новую правительственную резиденцию подальше от Кремля.
Для этого он выкупает дворец у наследников Головина, умершего в 1706 году. Обустройство нового дворца Петр поручает своему личному лейб-медику, основателю первого в России военного госпиталя Николаю Ламбертовичу Бедлоу. Под руководством голландца Бедлоу был создан великолепный парковый ансамбль европейского типа с водными затеями, напоминавшими Петру любимую Голландию. Планировка нынешнего Головинского сада во многом сохранила изначальный замысел автора. На протяжении всего XVIII века императорский двор во время пребывания в Москве в основном жил в Лефортове, останавливаясь в Лефортовском или в Головинском дворцах. Расцвет усадьбы пришелся на время царствования императрицы Анны Иоанновны. Именно Головинский дворец она выбрала в качестве места празднования своего восшествия на престол. И с этого момента Лефортово получило статус главной императорской резиденции. В начале 30-х годов XVIII века императрица дает указание молодому архитектору Франческо Бартоломео Растрелли взамен обветшавшего Головинского дома построить новый летний дворец, получивший название Анингоф. К сожалению, этот дворец, созданный в стиле барокко, не сохранился. В 1741 году на российский престол вступила Елизавета Петровна, которая очень любила Лефортово. К ее коронационным торжествам архитектор Евлашев по проекту Коробова и при участии Растрелли построил новый Зимний дворец. Позднее архитектором Земцовым в Зимнем дворце были проведены ремонтные работы. Изменения в ансамбле императорской резиденции происходят и в период правления Екатерины II. В честь коронования императрицы на Масленицу 1763 года в Головинском саду был устроен грандиозный карнавал, торжествующая Минерва. В 1773 году на месте сгоревшего летнего дворца архитектору, князю Макулову, было поручено возвести новый дворец, специальным указом, названный Екатерининским. Его строительство велось 25 лет, было затрачено 3 миллиона 600 тысяч рублей. В разработке проекта и возведении дворца участвовали известнейшие архитекторы. В результате был создан архитектурный ансамбль с несколькими внутренними дворами, грандиозными по протяженности фасадами и 16-колонным портиком. Екатерининский дворец по праву принадлежит к наиболее значимым сооружениям русского классицизма. Внутренняя отделка не была завершена до смерти императрицы Екатерины II в 1796 году. Но вступивший на престол Павел I отказался от окончания работ и повелел в 1797 году превратить дворец в казармы. Здесь разместились 8 батальонов Московского гарнизонного полка. А императорский двор переехал в Слободской дворец нового императора. В 1824 году Екатерининский дворец был передан первому, а в 1840-е годы и второму Московскому кадетскому корпусу. Служебные помещения также стали казармами. Покрашенные в красный цвет, они получили название «Красные казармы». В сохранившемся до наших дней здании Екатерининского дворца, единственном памятнике имперской Москвы XVIII века, теперь располагается Общевойсковая академия Министерства обороны Российской Федерации. Сегодня в состав Объединенного музея-заповедника входит только часть дворцово-паркового комплекса Лефортово, территория бывшего Головинского сада. Ансамбль современного Головинского Лефортовского парка сложился еще в XVIII веке. Сад, устроенный Головиным и преобразованный Бедлоу, в итоге приобрел завершенную композицию регулярного европейского парка. К 1724 году в старой Головинской усадьбе появились фигурный крестовый пруд и окруженный каналом восьмигранный остров.
Тогда же была заложена центральная аллея, обсаженная липами. В царствовании Анны Иоанновны Головинский сад приобрел черты барочного регулярного террасного парка. Вокруг летнего Анненговского дворца был разбит огромный сад. Своим композиционным решением он напоминал французские королевские сады в Версале. Видимо, поэтому Анненгов называли Версалем на Яузе. В настоящее время Головинский сад лишь фрагментарно сохранил архитектурно-планировочную структуру и водную систему XVIII века. Не дошли до нас ни сад у тех Головинской усадьбы, ни Анненговские сады с водной системой. Из малых архитектурных форм сохранились лишь беседка, грот и плотина Венеры. Беседка из белого камня была построена в 1805 году по проекту Матвея Федоровича Казакова в память о месте отдохновения Петра I. 8 колонн ротонды держат купол, а внутри находится гранитная стела с выбитым изречением императора. «Труды моего миниха сделали меня здоровым. Я надеюсь некогда ехать вместе с ним водою из Петербурга в Москву и выйти на берег в Головинском саду». Беседка-ротонда была разрушена во время урагана в 1904 году и в том же году восстановлена по велению великого князя Константина Константиновича. Другой интересный памятник Головинского сада – грот, запланированный Николаем Ламбертовичем Бедлоу еще в начале XVIII века. В гроте была установлена каменная статуя Самсона с золочеными сфинксами, олицетворяющая победы Петра I. Позднее Франческо Растрелли, обновляя малые архитектурные формы Головинского сада, переделал старинный грот в барочном духе. К сожалению, сегодня от грота сохранилась лишь одна подпорная стенка. В свое время параллельно с гротом Бедлоу воздвиг и плотину Венеры, отделявшую Головинский пруд от восьмигранного острова. Центральная часть подпорной стенки плотины была решена в виде резолита с полукруглой нишей, которая украшала статую Венеры с купидонами. В 1730-х годах плотина Венеры также была перестроена Растрелли. В 2005 году территория Лефортовского парка вошла в состав Московского государственного объединенного музея-заповедника. В планах музея воссоздать дворцово-парковый ансамбль Лефортова и эпохи его рассвета. Этот уголок имперской Москвы в будущем должен стать привлекательной историко-культурной заповедной зоной, а также местом отдыха москвичей и гостей столицы.